Пеликаны, которые пострадали от рук чебоксарцев, сейчас в безопасности. Не прошло и недели, как этих птиц выпустили в залив, а им уже требуется серьезное лечение. Наша съемочная группа проверила, в каком состоянии сейчас раненые птицы. Сейчас пеликанов лечат в зооуголке парка имени Николаева. Их принудительно кормят, колят им антибиотики и глюкозу, пока они не в состоянии даже вставать. Одного пеликана накормили фастфудом, и он сейчас пережил очень сильное отравление, то есть очень сильно отравлен был. Вот даже вот сейчас под съемку делали, он даже встать с трудом встает, падает, пока еще ест принудительно, то есть мы принудительно кормим. То есть те трансжиры, которые используются при приготовлении фастфуда, они убийственны для животных. Второй пеликан у нас чуть дольше продержался на Чебоксарском заливе, попал, люди позвонили. Вызвали нас, пригласили, что пеликан в тяжелом состоянии, окровавленно лежит. Начали писать страшные вещи на одном из чебоксарских форумах, что в него стреляли из пневматики, убили. Вот. Но выяснилось так, что, скорее всего, пеликана кто-то напугал, и он пытался продраться между решеткой, которая закрывает верхний залив и нижний залив, мы это предполагаем. И у него рваная рана шеи, которую пришлось зашивать. После такого отношения к животным резонно возникает вопрос, а так ли необходимо чебоксарцам птицы, которых они пытались отравить или напугать? Может, стоит оградить пернатых от негуманного, нецивилизованного отношения? Люди у нас, к сожалению, не могут нормально смотреть на те блага, которые создает им и администрация города, и другие люди. И поэтому пытаются почему-то все как-то навредить. Может быть, я надеюсь, что это от простоты душевной, а не со злого умысла. Георгий Богуславский пока не может дать точный ответ, где будут жить птицы после выздоровления. Наверное, однозначного ответа нет. Конечно, да, нужно людей воспитывать, нужно прививать стремление к прекрасному. И, может быть, с детства надо объяснять, что кто что ест и так далее. Я думаю, что возможно выпустить птиц на заливе, немножко отгородив их от людей. Наверное, до того момента, пока люди у нас не станут более, наверное, цивилизованнее в этом плане. Тогда мы, может быть, сможем чуть-чуть быть ближе к странам, где ходят олени среди нас, и никто не пытается их стукнуть там палкой, сумкой или поймать и съесть. В ближайшее время в Чебоксарах должна приехать пара розовых пеликанов. После инцидентов с этими птицами становится страшно за судьбу новых, но еще страшнее за души тех, кто это сделал. Татьяна Молокова, Олег Якимов, Республика.